Хватит болтать, давай сражаться. И вы все должны соблюдать новые правила. Это конец, она взбесилась! Всем спокойствие, у меня есть супер мощный блейд. Мама, я с пацанами играть в футбол. Ребята, а сейчас, как обычно, челлендж. Поставь лайк с закрытыми глазами. 1, 2, 3. Вот это круто. Мама, я тоже срочно на футбол. Стоп, я тебя не возьму. У нас команда пацанов. Иди собирай команду девчонок. Но во дворе девочки не играют в футбол. Ну смотри, я хорошо мяч пинаю. Нет. Потренируйся вот на шариках. Инфинити надо, батл арена и два волчка. Вот это круто, новая игрушка. Это не игрушки, а инфинити надо. Самые мощные волчки в мире. У каждого волчка своя суперсила. Ими устраивают блейд батлы на этой арене. Давай открывай, устроим батл. Вот еще, мы уже с Тимой запланировали устроить турнир. У тебя волчок-то есть? Нет. Тогда ты в пролете, извини. Давай, мы почти победили. Он уже теряет свою силу. Давай, Yes, мы его победили. Калида Фокс уже на арене. Баластик Сворд вступил в игру. Кто самый мощный на арене? Почему ты проиграл? Я за тебя болел! А давай я против тебя сражусь, пока Тима не пришел. Катя, у меня сейчас тренировка. А ты меня только отвлекаешь от придумывания новых стратегий борьбы. Не понял, где мои джинсы? Мама, ты не видела мои джинсы? И что это значит? Это значит, что с сегодняшнего дня у нас появился дома семейный шериф. А усы-то тебе зачем? И, кстати, джинсы мои сними. Джинсы теперь мои. Ну, понятно, прощай джинсы. А усы делают меня крутым шерифом. Ладно, ясно с тобой, играй дальше. Я никуда идти играть не собираюсь. С этой минуты у нас будет все по законам шерифа. То есть по моим законам. Ты нарушил правила, что не дал мне устроить батл. Поэтому я конфискую арену и волчки. Это самоуправство, мама! Так, с сегодняшнего дня я шериф этого дома. И вы все должны соблюдать новые правила. Но ведь это Рося не дал тебе играть. Мы-то тут при чем? А кто мне вчера сказал, что если я съем суп, то даст мне конфеты? Ну я не думала, что они кончились. И почему они кончились? Ну я не думал, что это последние конфеты. А надо было думать. И кто вчера разрисовал весь мой альбом? Я усов. От закона не убежишь! Вот, правила читайте. Или что там еще делают с ними? Сжигают? Нет, соблюдают.
И кто ее испортил? Я-то в чем виноват? Это папа съел ее конфеты. Я-то тут при чем? Это мама мало купила. Вот круто. Значит так, главное, как нам это исправить? А может... Я придумала! Я пока с Кирюшей погуляю, а вы должны все исправить. Хорошая идея. Но я бы не сказал. А я бы сказала. Так что у вас 2 часа. Ты что там ей не дал-то? Инфинити надо. Так иди дай. Так она уже забрала. О, я понял. Она же хотела устроить баттл. Сейчас я ей устрою. Круто, круто. А кто победит, тот устанавливает правила. Одно играть неинтересно. Да, неинтересно. А что ты тут делаешь? Это кабинет шерифа. И без стука сюда сходить нельзя. А можно без стука вас вызвать на баттл? В Infinity надо. Ну, по рукам. Ну что, вот и пришло время сразиться, шериф Катя. Странно это звучит. Ладно. Мой балластик Сворд победит. Суперсила этого волчка – атака. Он вращается быстро и непредсказуемо. Ну ладно, так уж и быть. Если ты победишь, ты станешь шерифом этого района. А ты будешь исполнять мои желания. Эй, тебе что, золотая рыбка? Ну тогда оденешь платье. Ладно, ладно. Я уверен в победе, ведь я играю Калейда Фокс. Главная способность моего волчка – защита. Он способен отразить самые агрессивные атаки. Я передумала. Фух, слава богу. А то шериф Кать, это звучит реально странно. Я не об этом. Я возьму новый волчок. Как новый? Новый электронный Infinity Nado. Он выводит игру в Nado на киберуровень. Это электронный Nado Boxing Bear. Так нечестно. Волчку можно придать скорости вручную. Достаточно сделать над волчком круговые движения ладонью. Ну и что, ты сдаешься? Я уже придумала для тебя 25 желаний. Ладно, мой Блейд все равно мощный. Может, мир, и ты отдашь мне мои джинсы? Я шериф, и должна показать своим горожанам, что нельзя сдаваться. Кому? Хватит болтать, давай сражаться. Ну что, ты готова? Да. Я использую двойную силу. Раз, два, о, три. Ты... Давай, бей его. Бей, на тебе, пора. Есть, вот. Раскручивается. Вот тебе. Вот тебе. Ну, мой в 2 раза сильнее, чем твой. На тебе. Вот. Как делать теперь? Во. Ускорение. Ты вот. Ускорилась? Нет. Ускорение, супер ускорение. Давай, бей его. Да, да, его бей. Есть. Вот, вот. Давай, давай. Ну все, мое первое желание. Ты делаешь целый год за меня уроки. Может, тебе в школу ходить? Точно, я тебе приказываю ходить за меня в школу. Вот моя новая школьная форма. Папа! Ага, видимо, только я могу спасти ситуацию. Это конец, она взбесилась. Всем спокойствие, у меня есть супер мощный Блейд. Это электронный Nado с контроллером Thunder Stallion. На контроллере есть 3 режима ускорения. А также он может служить часами и хронометром. Ну-ну, попробуй
победить меня. Сейчас я привяжу свой крутой блейд к своим крутым часам, и я смогу 3 раза ускориться, пока энергия на часах не кончится. Держись. Готов. Давай, давай. Я использую ускорение. Передаю ее. Я передал скорость своему волчку. Так. Давай, борись. Еще, еще. Ускорай. Вторая. Ускорение. У меня ускорение. Держи скорость, друг. У меня в запасе еще одна попытка, еще 50%. Ха-ха-ха-ха, ты точно проиграешь. Все, разгоняем, разгоняемся. Все, держи. О, давай, давай. Давай. Да. Он как-то боком пошел. Да, сзади. Подбрось его, выбрось его из арены. Осталось 4%. Да. Нет, борись. Проиграй, проиграй. Есть, да, да, нет, да, нет, да. Нет, да. Нет. Я проиграла! Никто не сможет сравниться с моим Надо Фандер Стеллион с тройным ускорением! Ну ладно, не хочу я быть шерифом. Решать все ваши проблемы. Пока ты их только создавала. Так, значит, я выиграл батл, и теперь... Ну-ну, это вообще-то я выиграл. Что бы такое придумать? Точно! Я назначаю шерифом маму! Ну отлично! Как всегда, все скинули на маму. Значит так, мой первый приказ. Шериф уходит в отпуск к телевизору, а вы следите за порядком в городе. Ага, и помощник шерифа тоже в отпуск. А ты что думала? Я выиграл такой сложный батл! Весь вымотан! Ладно, помощник, пошли! А нам что делать? Папа ставил свой новый Infinity Nado! Точно, давай устроим турнир! Звони друзьям! Собери свою коллекцию Infinity Nado! Переходи по ссылке в описании! Жми на красную кнопку и не забудь поставить лайк! Пока! Пока-пока!